Приветствую, друзья! В центре кадра две баночки. Баночки не очень характерного дизайна. Почему и что это? Это два новых продукта компании Genetic Lab Nutrition. Это жиросжигатели. Жиросжигатели легальные, задекларированные, которые можно спокойно, свободно приобретать. Это комплексные пищевые добавки, оксиген, гидроксикат и липолейзи. Исходя из названий, можно понять, что липолейди более легкая версия, предназначенная для девушек, которая также легко может применяться мужчинами, которым не нужен прям такой какой-то сильный жиросжигатель. И второй продукт – это оксиген гидроксикат. Это, так скажем, продвинутая матрица, которая оказывает наиболее сильно жиросжигающий эффект. Оба продукта можно назвать довольно-таки... Оба продукта не то чтобы инновационные, но практически не имеют аналогов. В состав данных продуктов входят натуральные экстракты. Это достаточно большая редкость. Состав очень широкий. Продукты оказывают как эффект липолитиков, так и термогеников. И, ко всему прочему, они улучшают обменные процессы и стимулируют, улучшают иммунитет. То есть, если убрать этот жиросжигатель, можно дать иммуномодулятор. Да, действительно так. Продукты интересные. Я их какое-то время тестировал вместе с группой спортсменов и сотрудников на себе, так скажем, дабы выявить общую реакцию организма, то чтобы не было изжоги от большого количества травяных экстрактов и так далее. Продукты прошли испытания, они все сделаны по нормам МР, все дозировки выверены в соответствии с ТРТСами, с техрегламентами. И на самом деле, конечно, да, два продукта, это, скажем, первые в своем роде на... Да, оба продукта первые в своем роде у отечественного производителя. Но, честно скажу, более интересно здесь это... так скажем, реализованная мечта детства. Я вам про нее расскажу, а потом продемонстрирую уже на приближенной съемке. Это первый продукт генетика, который находится полностью в термоусадочной пленке. Да? Вся банка в литой пленочке. И я вам скажу историю, почему раньше мы не использовали термоусадку, почему она мне не очень нравилась. Все довольно-таки просто. Знаете, бывает, когда вы покупаете какой-то бренд иностранный, да, импортный, и снимаете термоусадку, даже если есть перфорации, дырочки, да, вокруг крышки, часто термоусадка повреждается. И ты снимаешь этикетку, пару дней фидбанка у тебя на полке, ты ей пользуешься, и в итоге вся пленка внешняя слазит. У тебя остается стрёмная банка без этикетки. Через две недели ты уже и точно не помнишь, что там, потому что у тебя большое количество капсул на полке стоит. И мне всегда было обидно, я не понимал, почему бренды так неуважительно относятся к своему покупателю и не могут сделать упаковку до конца грамотно. И я всегда считал так, что если вот будет у нас термоусадка, то будет сделано так, что будет снаружи полностью, да, вот эта термоусадочная пленка, да, для максимальной красоты на полке в магазине, но и внутри будет этикетка полноценная, со всей информацией, чтобы человек, если даже снимет не очень, так скажем, хорошо верхний слой упаковки, то даже выкинув ее, у него останется красивая банка. Внутри этикетка, мне кажется, еще более красивая, чем даже термоусадка. Это металлизированная пленка с полупрозрачной заливкой, которая переливается при свете. И я считаю, что это есть уважение. Я не обеднею от 10 рублей вложенных там. Я не обеднею от того, что там еще дополнительные 20 рублей я не заработаю, приклеив этикетку красивую, но... Мне лично будет приятно, что у меня дома будет стоять этот продукт, вот выполненный таким образом, потому что все, что есть там у генетика, я сам употребляю. Вот. Я вам прочитаю, сейчас я вам пробегусь по составу, давайте это будет на примере мужского препарата «Оксиген». Да, кстати, давайте сразу всем умникам скажу. Да, ребята, название липы, название оксиген, гидроксикат, они задержанные. Почему не придумали что-нибудь новое? Но я вам ответ скажу одно. А нахера? Да, то есть вы приходите в магазин, вы знаете, что товар, допустим, гидроксикат, окси, там оксилит плюс, да, есть известный у USP Labs, есть там липа 6, да, у Nutrix.
для вас знакомые слова. Я не хочу, чтобы вы тратили время в магазине, думая, а что это за метинолон 17000 премиум эдишн? Хер его знает. А тут все проще. Написано, понятно, стоит в полке, в отделе жиросжигателей, либо стоит на полке бренда, у всех по-разному происходит, скажем, расстановка внутри магазинов, да, и вы будете понимать сразу, что это за товар, для чего он нужен. Я считаю, это важно, это правильно, и не думаю, что нужно придумывать сложные слова. Бывает, мы играем, что-то придумываем, но не так часто. Такая же ситуация, как с препаратами для суставов и связок, да, Elastic Joint. Elastic Joint, банка, сколько там у нас, 350 грамм. Вы скажете, Elastic Joint, это же название самого популярного хондропротектора от компании Вилла Прадо, известного американского бренда. Да, это так, Elastic Joint полностью точное название. Да? Потому что человек приходит и понимает, что это препарат для суставов. Тут даже человечек нарисован, видите, скелетик, у него локотки и коленки болят, оранжевым обозначены такие места, да, кружочки. Надо упрощать для человека. Это, кстати, если что, не только по названию точная копия, но это и точная копия Elastic Joint по составу, но она улучшенная, потому что у американцев там желатин, а у нас тут гидролизованный коллаген, который и дороже, и лучше усваивается. Ну и ко всему прочему, ввиду того, что мы делаемся в России, нету дополнительных таможенных пошлин на готовую продукцию, рабочая сила у нас дешевле в России, у нас собственное производство, продукт стоит дешевле, чем американский конкурент, значительно. А по вкусу превосходит, потому что очень крутой есть коллаген. Коллагены реально отличаются по вкусам очень сильно. Но мы сегодня не об Elastic Joint. Он идет на полностью. Вот. Мы про жиросжигатели. Итак, состав. Оксиген, гидроксикар. Здесь есть немножко L-карнитина. Естественно, в этой дозировке, которая здесь содержится, L-карнитин не так сильно эффективен. Хотя часто в жиросжигателях, в аптечных его еще меньше. Он здесь добавлен, чтобы в капсуле порошочек не болтался. Основная матрица – это травы и дополнительные компоненты. А теперь поехали. Это тирозин, экстракт зеленого чая, экстракт ананаса, экстракт гуарана, экстракт корня имбиря, экстракт женьшеня, экстракт алоэ вера, экстракт грейпфрута, экстракт шиповника, кофеин, экстракт бакопа манье, экстракт малины, экстракт каенского перца. Это витаминно-минеральный премикс итальянский. Экстракт брусники, бетаин, экстракт ягод годжи, экстракт зеленого кофе, экстракт виноградных косточек, экстракт ягод асаи, экстракт йохимбы. Ну и вспомогательные вещества. Это желательная капсула, которую мы должны указывать. Вот такой это продукт. Здесь 180 капсул, 30 порций. Блин, короче, это крутая штука. Обладает сразу липолитическим и термогенным эффектом. Все, что вы хотите получить от жиросжигателя, находится в этой баночке. Что еще нужно? Да, в идеале, давайте поговорим сразу и про вообще в целом добавки. Что нужно человеку, который хочет реально бросить ее? Сейчас я сбегаю за своей коробочкой с БАДами. Быстро просто пробегусь, расскажу, что бы еще я рекомендовал. Ну, то, что я сам применяю. Прям номер один, кто хочет сбросить вес, это L-карнитин. Давайте так. L-карнитин не жиросжигатель, это вранье. L-карнитин – метаболическое средство. Он является также и лекарственным препаратом, в аптеках продается. Есть такая наука, как доказательная медицина. L-карнитин работает на 100%, дико крутой, полезный для сердечной системы, для печени, для обмена веществ. И улучшает работу митохондрий, тем самым тормозит старение и улучшает получение энергии жира. Короче, L-карнитин очень полезно. Купите моей папе и себе. Вот, потому что это круто. L-карнитин работает 100%, полезно, здорово, нужно. Что есть из негативного? Если много сидите за раз, будете бегать на горшок. Ускоряет перистальтику кишечника. Поэтому лучше его принимать, так скажем, делить в течение дня. Я считаю, что достаточно 5 грамм в день. Профессиональные спортсмены, многие, которых я знаю, потребляют порядка 20 грамм. Говорят, тогда лучше его все чувствуют. Ну, короче, эконом-вариант 5 грамм в день в порошке. Это дешевле всего. Погнали. L-карнитин ушел. Так, это оставим на потом. Это я мальчикам порекомендую. Так, антиоксидант куэнзим Q10. Очень полезная вещь в процессе сброса веса. Это именно антиоксидант. Он помогает организму бороться с свободными радикалами, которые будут краски активно появляться в процессе вашего похудения. Дальше. Это цела.
Это просто топ-1 среди безопасных зажигателей в Америке на сайте bodybuilding.com. Полезная штука, улучшает обменные процессы. Дальше все сами могут загуглить. Силашки. Да, нужно. Нужно им в день немного, в принципе, принимать. 4 капсул будет достаточно. В варианте light я принимаю больше. Ну, посмотрите на меня, я мутант, мне можно. Цела. Потом. Это. Витамин С. Все знаем о его пользе. Он, опять же, довольно дешево стоит. Мы его, особенно там, тут у нас, вот в Питере там, и в Центральной России, получаем мало. Стоит его в свой рацион добавлять. Я не сторонник сверхдозировок витамина С, сразу скажу. Я сторонник адекватного потребления. Теперь дальше. Мужчины. Мужчины, дорогие мужчины, есть две такие штуки. Это ЗМА. У нас не еще доставлено B6. Для чего? Ну, чтобы быть лучше, чем остальные, когда на полке везде стоит ЗМА, у нас есть витамин B6, мы такие, о, как круто, и так далее. И есть трибулус. Вот трибулус плюс ЗМА делают из мужчины вот такую улучшенную версию мужчины в плане гормонального фона, и тем самым нужно понимать, что тестостерон является одним из сильнейших жиросжигателей. Поэтому ваш правильный гормональный фон мужской, он будет тоже хорош. Да, вот, короче, такой вот комплект можно себе собрать. Как говорится, кто хочет подготовиться к пляжу или просто привести себя в норму, будет это абсолютно не лишним. Прошу прощения. Это будет не лишним. И в заключении самое важное. Много баночек, много капсул, много всего. Но первый шаг к тому, чтобы вы избавились от лишнего веса, а лучше избавились от жира, так скажем, исключительно. Не нужно думать про вес, не нужно думать про весы, нужно думать про оздоровление организма в плане того, что излишний жир – это болезнь. Жир – это активная клеточная масса, которая влияет на огромное количество процессов. Поэтому жир – это не только некрасиво, жир – это еще и вредно и опасно для здоровья. Поэтому что нужно сделать? В первую очередь вы должны начать считать калории, которые вы употребляете, посчитать свой базовый обмен, понять ваш уровень активности, начать считать, сколько вы едите. Есть приложение для мобильных телефонов, куда можно вносить то, что вы съели, они будут сами за вас считать. Сначала начните с калорий, потом начните и БЖУ считывать, да, чтобы у вас была максимально правильная пропорция, подходящая для вас по нутриентам. Если вы не хотите считать, и вам это лень, как мне, кстати, я не люблю считать, есть сервис доставки еды. Если вы в Санкт-Петербурге, мы открыли 3 дня назад свою компанию, новую, называется она «Мамин борщ», это для доставки готовых рационов. Скажу, сколько я беру из еды калорий, это 1400 калорий, у меня еще идет 5 шейков протеиновых, ЦЛА, омега-3 тоже, там, да, содержатся жиры, ну, это, естественно, жиры. Полезные, но жиры, у них есть тоже калорийность, энергия, и это тоже нужно учитывать. Спортивное питание обязательно учитывается в ваш калораж. Вот, и без того, что вы будете следить за питанием, ничего не произойдет с вашим телом. Вы можете все эти банки в четверном размере и как бы... Нет, эффект будет, но он будет настолько слабый, что... Ладно, он будет средний. Но все равно, короче, первым делом правильное питание, потом уже все эти баночки. Давайте так вот договоримся. Давайте вот так вот договоримся с вами. Ну, а в следующих таких вот мини-выпусках я с вами поделюсь информацией о наших новых продуктах, потому что у нас действительно опять вот лето, время новинок. Все ругаются, что мы выпускаем продукты новые летом, когда, так скажем, рынок в просадке. Люди отдыхают, люди меньше ходят в зал. Но летом есть время на это. И вот так вот случается, не знаю почему. Я человек солнца. Я человек огня, и для меня... Блин, солнце дает мне силы и энергию работать. Поэтому мы порядка опять 7 новых продуктов выпустили вот в летний период. Мы сделали еще 4 новых сыворотки. Ладно, короче, опять поменялись вас рекламу. Рассказал вам про жиросжигатели. Они крутые, они в рынке, они в хорошей цене, они полезные, они эффективные, они прям клевенькие. Поэтому, если вам это было интересно про новинки, то ставьте лайк. Время разработки, выпуска, запуска новых позиций, я вам скажу, что заняли. Заняло это порядка 5,5 месяцев.
Думал, все будет быстрее, но экстракты шли из Франции, и проблема была с таможней. Вот, поэтому мы задержались. Естественно, я не дурак. Ну, вы можете думать, что я дурак, но это не так. Не так. Вот. Ну, так, по крайней мере, моя жена говорит, что я не дурак. Так вот, планировался, конечно же, выход разжигателей к началу лета, к сезону, чтобы бабах, короче, как положено все, но жизнь всегда вносит свои коррективы, поэтому разжигатели вышли вот, ну, в принципе, еще не так плохо, как я рассчитывал, да, всего лишь середина лета, еще можно успеть похудеть. Вот, естественно, планировалось к лету, но не вышло. На самом деле, естественно, это позор для меня, я очень по этому поводу переживаю. Сильно, не люблю, чтобы мои планы нарушались, чтобы стратегия развития нарушалась, это неправильно. Но, как всегда, впереди планеты всей, два жилика крутых мы сделали, кстати, ЗМА тоже, по-моему, ни у кого нету, может, если есть, то они все равно такие выгодные, как у нас. Куинзингу 10, кстати, обновленный, после Нового года повысились в России нормы, допустимые содержания, раньше было у нас 60 мг в капсуле, с Нового года можно делать 100 мг, и мы теперь выпускаем только 100 мг, поэтому это полный аналог продуктов Сайхерба, полный продукт, аналог продуктов импортных, которых по 100 мг, Куинзима Q10. Но забейте, ребята, на эфир. Идите в Рунет, идите в нормальные магазины к нормальным пацанам, которые работают в России, которые платят налоги в России, которые содержат, блин, пенсионеров, детей, школы, садики, врачей, дороги. Блин, у вас есть дороги, херовые, но есть. Вот нормальные пацаны, которые держат магазины, они тоже платят налоги, а когда вы покупаете с Айхерба что-то, ну, получают все бабки за границей, товарищи. Вот у меня там 54 сотрудника, они получают зарплату в России, да, женщины работают, взрослые на фасовке, да, которые работают там на этом фармпредприятии, на котором мы, раньше было фармпредприятие, в здании, которое сейчас нам принадлежит. Меньший стаж работы сотрудников производство 7 лет, некоторые работают там по 20 лет, они работают там, работали с лекарственными препаратами, которые там выпускались. И я просто не хочу заменять их машинами, я хочу, чтобы они могли работать, могли содержать свои семьи. Это, короче, политота пошла, политоту я люблю, но я думаю, что вы смотрите меня не ради нее, хотя если вы смотрите ради нее, поставьте на паузу и напишите, что вам интересно, я такой еще себе. Я-то по образованию мировая экономика, у меня первая высшая, основная. Хотя первая высшая не оконченная, у меня инженер-архитектор. И, ну, короче, тоже. Это я ушел в сторону. ЗМАшки у нас вышли новые. Вот витаминка С в капсулах тоже новинка наша. Мы заменили продукт жевательный, который шел из-за границы. Мы его импортировали, и он был более дорогой. Этот выгоднее, то же самое. Разницы большой я не вижу. Вот. Еще сразу отвечу, вы будете писать в комментах, что с рукой? Ребята, с рукой надрыв 1/3, разволокнение, растяжение связок передней дельты. Опять же, с чем связано? Это, естественно, результат многих лет тренировок, но основная часть – это посттравматические последствия. Кто знает, кто не знает, я в юном возрасте упал с 12 метров на бетон, ударился, сломал левую руку на 4 части, сломал правую руку, там повредил позвоночник, колени, бла-бла-бла-бла. А, короче, и плечо тоже повредил, была повреждена губа плечевая, суставная. И, соответственно, удар пришелся не только в руки, но и плечом тоже ударился. Короче, определенные дегенеративные процессы после удара были связкой. То есть разрыв у нее не характерный для спортсменов, он верхний в слоях, которые получили удар. И плюс у меня проболела доченька кишечным гриппом, и потом я подхватил. А вы знаете, такие два фонтана в две стороны происходят, это вот температура 39,5. Вот. И я, видимо, был обезвожен, а сил было много на тренировке. И повредила вообще дельту на подтягивание, чтобы вы понимали. Но я прям подтягивался, почувствовал дикую боль, тянущую. Ну, думал, что травмировал трапецию, потому что болела вот от шеи и к плечу. А оказалось, это просто, ну, как казалось, это передняя дельта, делал УЗИ и МРТ. Кому интересно, у меня есть Инстаграм, и там есть пост про это, и там написано, что я принимаю, потому что я не хочу вам сейчас ролик еще рассказывать про эти квадропротекторы свои, то, что все я принимаю. Поэтому можете зайти в мой Инстаграм, я не знаю, тут, блин, в комментариях, может, к видео я поставлю ссылочку, или тут воткнется надпись такая. Вообще, можно написать латинскими буквами в поиске Russell Super, и это мой Инстаграм, там вот есть я, мои фотки, там типа я ем,
я качаюсь, я опять ем, и какие-то еще фотки. Ну, что может быть у качка, не знаю. Такие прелести жизни и блага я фотографировать не очень склонен. Наверное, неправильно, может, кому-то интересно, но я как-то это... Я постараюсь, потому что многие пишут, что интересно. Вот. Я вас всех обнял. Я надеюсь, у вас солнечно. Может, у нас в Питере. Ну, за последние 2 недели, по-моему, первое полусолнце. А сейчас, короче, я буду остановлю камеру, обойду ее и начну снимать баночки, как я их расколупливаю, потому что я хотел вам рассказать, что я вот такой, как я сделал эту упаковку, что мне это очень нравится, что там красивенько все. Вот, поэтому сейчас я буду этим заниматься, а потом мы это все разрежем, вставим в центр, и будет выглядеть типа все круто. Вот. Ну, а если я не вставлю все это в центр, потому что я ленивая скотина, у меня нет времени. Нет, я больше у меня нет времени, чем я ленивый. То просто я буду все одним текстом сплошным, то есть я буду телефоном такой там ходить, он будет трястись, я буду снимать свои носки сначала. Кстати, у меня прикольные белые шорты, я не знаю, видно, не видно, наверное, не видно. Ну, короче, шорты прикольные, беленькие, вот купил на распродаже. Вот, покажу упаковку, я прям этим горжусь, если честно. А что еще? А давайте, наверное... Баночку оксигена мы разыграем, этот видео выйдет, в моем инстаграме будет пост. Я там буду ставить, допустим, какой-нибудь пост с баночкой, или просто что-нибудь там будет в баночке, я про них расскажу. Мы разыграем, розыгрыш проведем в течение 2 недель, поэтому там можно не торопиться, спокойно заходить. Вы заходите там под этот пост, если вы найдете его, ну, наверное, найдете в инстаграме, кто хочет, для неленивых. И мы разыграем 6 банок, и каждый человек может сам выбрать, хочет он оксиген или хочет он либо леди. Вот. Нужно будет что-то, ну, все, зайти, подписаться на меня, подписаться еще там на аккаунты моих компаний и отметить пару друзей в моем аккаунте. То есть не сильно запарно. В принципе, штука эта будет стоить довольно-таки дорого. Доставка за мой счет до вас. Плюс будет еще скидон, если вы хотите что-то еще заказать с сайта. И если вдруг придут майки, я заказал 500 майк, генетик своих красивых. Вот, но они мужские. Но если девочка выиграет, подарит парню своему. Вот. И точно у нее появится парень, потому что, блин, если у нее есть майка генетика, которую она подарит парню, то это как бы реально круто. И, ну, пацаны потянутся нормально. Вот. Так, погнали. Смотрите. О чем я говорил, да? Вот как бы термоусадка. Если вы рукожоп, как я, вы, скорее всего, так вот. Да, тут нету точечек. Это потому что пробная была версия. В следующих версиях будут здесь перфорации, чтобы можно было просто повернуть крышечку вот так. А, там вообще защита от детей. Да, защита от детей у крышек есть. Короче, вот так вот мы типа срезали эту штуку. Перфорация будет, все, не орите на меня. Вы вечно такие все умные, думаете, я дурак. Я знаю, что нужна перфорация. Я не проконтролировал. В следующий раз проконтролирую. Мы снимаем крышечку, да? Вот видите, как получилось. Крышечка есть, она вот такая, видите, болтается, но она не снимается. Вот она даже не прокручивается, потому что она, как я уже говорил, вот так, кстати, лучший кадр, она... с защитой от детей. Видите, повредил здесь, да? И может произойти такое, что ты такой, блин, пользовался зажигателем, и бабах, он у тебя отклеился. Ты такой, блядь, сорвал. И посмотрите, что здесь. Вы видите? Она блестит, она крутая. Ну, вот она вот такая вот у нас баночка. Ну, вот она. Указан размер капсулы, да, вот здесь вот у нас, ну, чтобы вы понимали, у нас есть у производства, да, сертификация вся указана, Ростест, ИСОшка, которая введена, вот, написано, что не содержит ГМО, написано, что по ХАСПу работаем, вот, кстати, ребята из ProteinVars, всем привет, вы ругались, что нету там некоторой информации с телефона горячей линии, вот он есть. Если что не нравится, можно с нас звонить ругаться. Вот. А на следующих упаковках там еще кое-что добавлено. Ну, и QR-код, кто хочет на сайт прилететь сюда. Вот, короче. И вот, блин, ну, мне кажется, это реально. Я бы хотел, чтобы ко мне так относился производитель и вот сделал вот так вот. Чтобы вот это ты выкинул, если повредил, и у тебя все было красиво. И, соответственно, ну, я, да, эти баночки оставлю себе. Липа Лейди пойдет для моей дорогой Анюты. Да? Ну, можно так вот еще сделать, тоже все снимается. Вот так вот. Кстати, да, видите? Вот такая штучка сверху, естественно, мембрана. Self for your protection. Мы ее сняли. И вот они. Вот тут все у нас тоже. А, хотел сказать, что блестит. Я еще не снял эту
пленочку. Собственно, можно ее выкинуть, если она вам не нравится. И там блестит. Смотрите, что пробивается из-под упаковки. Вот оно. Вот так. Вот так вот. Короче, крышка защиты от детей. Можно давать даже банку играть ребенку. Он ее все равно не откроет. С вами был я, Руслан Халецкий. Я вас всех дико обожаю. Спасибо, что вы с нами. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, расскажите друзьям. Хотя видео и рекламное, ну и что? Все равно расскажите, потому что я старался. И вся команда старалась. И мы все большие молодцы. А в Питере заказывайте мамин борщ. Ссылка тоже в описании под видео. По промокоду RUSSELSUPER вам будет скидка 10%. А если вы позвоните менеджеру по телефону и скажете секретное слово RUSSELSUPER, мы с Ютуба, то вам будет там еще какой дополнительный ништяк. Так что вообще вот так. Блять, полчаса видос. Кто досмотрит? Промокод RUSSELSUPER30 с момента выхода видео 3 дня скидка 30% на сайте Genetic Lab. Ну, потому что если вы это посмотрели, то вы просто мой герой. Все, всем пока. Высокие стандарты, поставленные тобой вчера, становятся реальностью для наших специалистов уже сегодня. Продукция Genetic Lab создается командой профессионалов на современном производстве по стандартам управления безопасности HACCP и ISO. Genetic Lab. Когда важен результат. Продукция имеет свидетельство о государственной регистрации.